В Гродненском государственном медицинском университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам факультета «Лечебное дело». Молодые доктора, окончившие этот факультет, по праву считаются элитой медицинского сообщества. В этом году диплом врача получили 440 молодых специалиста, 37 из которых стали обладателями дипломов с отличием. Среди выпускников факультета «Лечебное дело» много ребят, которые являются гордостью своего альма-матер. Президентские стипендиаты и многочисленные победители конкурсов студенческих научных работ. На церемонии царила атмосфера волнения и радости. Ведь этот день – результат упорной шестилетней работы каждого начинающего медика. Эмоции переполняют чувства радости, гордости, счастья за себя. Я очень горжусь собой, то, что я это сделала. Гродненский государственный медицинский университет выпускает целые династии докторов. Зачастую бывшие выпускники приводят в свою альма-матер своих детей и даже внуков. Такое доверие требует тщательного отношения к качеству профессиональной подготовки кадров, ведь современная медицина развивается быстро, и профильный вуз просто обязан успевать за развитием технологий. Мы идем в ногу со временем, постоянно совершенствуем образовательные технологии. Мы первыми в стране внедрили симуляционное обучение. Это очень много дает в плане практической подготовки. Прорабатывается в настоящее время и вопрос создания университетской клиники в Гродно и в Гродненском медуниверситете.